Смертельная авария на героев Танкограда. В результате столкновения иномарки сразу с тремя автомобилями погибла 40-летняя женщина. Еще 4 человека госпитализированы. Все случилось ночью. По предварительной версии, водитель Ниссана не уступил дорогу и столкнулся со встречным Фольксвагеном, а потом зацепил еще два автомобиля. Но, со слов автора видеокамеры наблюдения, именно Фольксваген Тигуан должен был уступить дорогу согласно знаку, но не притормозил и протаранил легковушку. От сильного удара от машины осталась лишь груда металла. Сейчас водитель Ниссана в больнице с тяжелыми травмами. Его пассажирка скончалась на месте. Полиция проводит расследование, в ходе которого будет определен виновник ДТП.